Покровительницей царского рода и всей российской государственности называют этот образ Пресвятой Богородицы. Федоровская икона и история ее почитания неразрывно связаны с судьбой России. Неоднократно молились русские люди перед Федоровской и получали чудесное избавление. Но бесспорно главное чудо и событие, связанное с иконой, произошло в начале 17 столетия. В 1613 году именно с этим образом явилась в Костромской Ипатьевский монастырь делегация Земского собора и убедила юного Михаила Федоровича Романова возглавить русский престол и начать правление Романовской династии, продлившейся 3 столетия. В память об этом знаменательном событии воцарения династии Романовых 27 марта было установлено повсеместное празднование Федоровской иконы Божией Матери. Сегодня мы совершаем 400-летие призвание на престол Михаила Федоровича Романова и начало совершенно новой истории, новой эпохи нашей страны, нашей Родины. И что характерно, в очередной раз мы видим, что ничего человеческого в этом совершении нет, никакого человеческого лицеприятия в этом нет, а всю силу, всю славу этого торжества все сегодня переносится на образ Федоровской иконы Божией Матери, которым был благословлен Михаил Федорович своей матерью, благочестивой инокиней Марфой, как благословение на этот крест служения своему народу. С тех пор святыню стали почитать заступницей дома Романовых, а по всей стране стали появляться и распространяться многочисленные списки чудотворного образа. В честь празднования уже 400-летия прославления Федоровской иконы, один из чтимых старинных списков, точная копия того старинного чудотворного образа из Костромы, торжественно передан в храм на Крови на вечное хранение. Уже накануне, в первый день пребывания святыни в Екатеринбургском храме, ей поклонилось несколько сотен горожан. Добавим, что этот образ считается не только покровителем царского рода. Перед этой иконой молятся и о семейном благополучии, рождении детей, а также помощи в трудных родах.